Авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла удары по военным кораблям и транспорту с войсками и техникой противника. В результате севернее Гданьска и в порту Пилау потоплены подводная лодка, 3 сторожевых корабля, плавучий док вместе с находившимся в нем судном и 11 немецких транспортов. Вспоминает о прошедшей войне, как роняла слезу ее матушка, провожая ее в сентябре. Как девчонку в белом платьице записалась она на фронт. Эй, куда же бежишь, красавица? Все шутил военный народ. Как тащила она кровью замаранных с поля боя, забыв про себя. Между пуль врага замаянных лишь улыбку и слез не тая. Обещала она раненым, если выживут, то тогда по кусочку луны жареной, словно пряник подарит она. Достану для тебя с небес жареную луну, там за окопом русский лес. Я тебя вытащу, на свете много есть чудес, но под обстрелом я смогу достать с опухленных небес жареную луну. Синовласая бабушка милая, все свидания твои на войне. Ты, наверное, трусиха мнимая, что доверилась чертовой судьбе. А вот если войны вдруг не было, тебя ждал бы тогда институт, и луна бы смущенно видела поцелуй твой на 5 минут. Но сейчас от наград отражается блеск победы великой страны. А еще там кружком отливается подгоревший кусочек луны. Достану для тебя с небес жареную луну, там за окопом русский лес. Я тебя вытащу, на свете много есть чудес, но под обстрелом я смогу достать с опухленных небес жареную луну, жареную луну. Жареную луну.